приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приветствуем вас на нашей ежегодной конференции. И мы открываем секцию, которая называется «Терминология и знания. Современные исследования отраслевых терминосистем». Позвольте напомнить вам о нашем регламенте, что секционное заседание длится около 10 минут, и затем 5 минут мы оставляем на вопросы. Надеюсь, что все спикеры уже подключились. Давайте проверим, пожалуйста, профессора Эву Харнас. Тогда, если вы позволите, то наше сегодняшнее секционное заседание откроет Кокорина Юлия Георгиевна, доктор филологических наук, кандидат исторических наук, старший преподаватель Московского политехнического университета. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я хочу прежде всего поблагодарить организаторов за такую чудесную конференцию, за возможность нам с вами обсудить проблемы терминологии и терминоведения, которые затрагивают не только лингвистов, но и специалистов. Так, подскажите, пожалуйста, можно мне показать презентацию? Презентацию. Конечно. Презентация видна? Видна презентация? Видна. Презентация видна. Я хотела бы поговорить о археологической терминологии в компьютерную эру. Археология относительно молодая наука, ей чуть меньше 200 лет. Но еще в древности люди интересовались тем, что они находили в земле или на земле. Русичи, которые доходили в районе Ладоги, бусы из вымытой Ладожским озером, считали их градом из тучи великой. Всем известно отношение средневековых людей к неолитическим топорам, как к громовым стрелам, упавшим с неба. Но развивается археологическое знание, изменяется его терминология. Еще долгое время основным инструментом археолога считалась лопата, кисточка и скальпель. Кабинетная работа сводилась к подготовке артефактов к музейному хранению. Однако развитие промышленности потребовало расширения масштабов раскопок. Стали использоваться технические средства при раскопках, что значительно ускорило сам процесс полевых исследований и усилило приток находок в музей. Встал вопрос о классификации древности и наименовании таксонов этих классификаций. Стало уже общим местом, что каждые 10 лет число обнаруженных источников в археологии удваивается. Это требовало освоения новых информационных технологий от археологов, казалось бы, классических гуманитариев. Использование в археологических исследования все больше и более мощных компьютеров. Информационные компьютерные технологии берут свое начало с 1946 года, создания первых ЭВМ. И для новой эры археологии свойственно появление новых научных реалий, а с ними и новых терминов. Вот вы видите один из первых компьютеров, как он выглядит. И вот в археологию приходят такие термины информатики, статистики, математики, как гистограмма, выборка, среднее квадратичное отклонение, вероятность, кластер-анализ, коэффициент корреляции и все виды распределений, гауссово распределение, аш-распределение, неравенство Чебышева распределения Пуассона. Перед профессиональными археологами открывается возможность обработки значительных масштабов статистических данных. И в археологию входят такие термины, как статистическое наблюдение, случайное колебание выборки,
генеральная совокупность и многие другие. Применение новых информационных технологий толкало вперед техническую мысль, вело к появлению новых материалов и оборудования. Археологи опускаются под землю и взлетают в небеса. Всем известна подводная археология. А вот всем известный Аркаим в снимке с самолета. Это аэрофотосъемка. В археологическую лексику входят такие термины, как акваланг, звуковая холокация, аэрофотосъемка, шланговый аппарат, землеройная самоходная установка, теодолит, нивелир и другие. Изменяется и само название науки. С выходом в 1946 году первого советского учебника археологии под авторством академика Арцеховского намечается тенденция преодоления выдвинутого в 30-е годы 20 века предложения, в кавычках, старую буржуазную вещевеческую археологию замените на современную марксистскую историю материальной культуры. Конец цитаты. В 1959 году переименовывается Институт материальной культуры Академии наук СССР в Институт археологии, чем закрепляется в создании советского научного сообщества понимание термина археология. Вот новые термины, которые приходят в 60-е годы в археологическую специальную лексику. В 90-е годы в археологическую терминологию входят термины «словарь-классификатор», «база данных», «кодированное описание», «единица информации», которые в археологии являются признак вещи. Появление информационных сетей способствовало популяризации археологического знания, что наложилось на словарный бум 2000-х годов. Интернет позволил знакомиться с достижениями археологов широкой и не всегда научной общественности, которые были необходимы словари для понимания встречаемых в текстах терминов. Всемирная паутина сейчас наполнена словарями и даже энциклопедиями по археологии, научный уровень которых зачастую заставляет желать лучшего. Однако продолжают в компьютерную эру выходить словари на бумажных носителях. Среди них необходимо назвать переведенный с английского языка на русский словарь Орвика Брея и Дэвида Трампа по археологии. Подлинник вышел на языке оригинала в 1970 году. Это наше издание 1990 года, дополненное статьями российских авторов. Выходит словарь «Классификация в археологии», посвященный проблемам археологической классификации. Выходит четырехязычный русско-англо-франко-немецкий словарь-справочник по археологии палеолита. И нельзя не сказать о словаре археологических терминов в четырехязычном словаре Граудониса. Каждый из этих словарей по-своему характеризует компьютерный этап развития археологии. Появление словаря Орвика Брея и Дэвида Трампа знаменует 90-летний перерыв в терминологической работе на русском языке и призвано систематизировать все разнообразие археологической терминологии. Второй словарь, как я уже говорила, обобщает достижения в теории археологии, в частности, в теории классификации. Данный словарный продукт также содержит словарь, составленный одним из ведущих российских археологов-теоретиков Львом Самуиловичем Клейном,
для обозначения термина в его теории. Третий и четвертый из названных мною словарей, с одной стороны, появились как реакция на расширившиеся международные контакты российского археологического научного сообщества, с другой являются показателем роста его лингвистической компетентности. Индикатором обращения к теории археологии в век компьютерных технологий можно назвать авторские словари археологического вещеведения, информатика, кибернетическое и математическое моделирование археологической эпохи, логика, понятийный аппарат. И тот, и другой словарный продукт являются идеографическими и посвящены теоретическим проблемам археологии. Подводя итог, следует отметить, что археологическая терминология в компьютерную эру характеризуется привлечением терминов и даже терминосистем из других областей знания. Подобный прорыв связан не только с использованием информационных технологий, но и с растущей мультидисциплинарностью археологического знания, заимствующей не только методы, но и теории из других наук. Вот видите, что в этом словаре задержано заимствование археологии, теории, кибернетики. Именно такими привлеченными терминами являются термины теории систем, математической статистики, кибернетики, биологии, семиотики, теории симметрии, геометрии, искусствознания и в археологических трудах и археологических словарях. Чем дальше будет развиваться археологическая теория, тем обширнее будет круг привлеченных терминов из других дисциплин. Археология из науки о древних вещах превращается в науку о человеке, о чем сейчас уже пишут теоретики археологического знания. У меня все, пожалуйста, вопросы. Спасибо большое, Юлия Георгиевна. Очень рады вас видеть и приветствовать. Спасибо большое взаимно за ваш доклад. С Европой у нас 3 часа разницы, поэтому, видимо, из временного интервала у нас с Венгрией пока не получилось установить контакт. Спасибо огромное, коллеги. Будем признательны, если вы зададите вопросы Юлии Георгиевне, и мы можем перейти к обсуждению. У нас есть 3-5 минут на обсуждение. Если вопросы появляются, то мы их можем всегда задать в чат, и в конце нашего заседания мы можем вернуться к обсуждению вопросов, поскольку время у нас, я думаю, позволяет это сделать. Да? Можно тогда продолжать писать в чат по мере появления вопросов, и тогда мы перейдем к следующему докладчику. Да? Пожалуйста, Юрий Борисович. Выйти. Нужно завершить, да, презентацию. Тут, наверное, какой-то вопрос в чате есть. Это аннотация. Да. Ага, все, я поняла. Можно видеть ваши сообщения. Да, окей. Все, хорошо, Юрий Борисович, пожалуйста. Да. Спасибо большое, Юлия Георгиевна, за ваш доклад. Мы приглашаем следующего докладчика. Это Матасова Оксана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры переводоведения и межкультурная коммуникация Саратовского государственного технического университета имени Юрия Алексеевича Гагарина. Рада вас приветствовать. Здравствуйте, коллеги. Вы меня хорошо слышите? Да, все отлично, все запустилось отлично. Да. Я также вслед за Юлией Георгиевной хочу поблагодарить организаторов. К сожалению, я не смогла прослушать все пленарное заседание, присоединилась
позднее, у меня были занятия, но последний доклад, который я слышала, показал высокий уровень вашей конференции, и я очень рада, что приглашена. Также хотела поблагодарить предыдущего докладчика, доклад был очень интересный, но, к сожалению, меня заинтересовали археологические термины, и в моем материале они отсутствуют. Я, конечно же, в будущем хотела бы исследовать эту тематику. Вы хорошо видите презентацию? Да, все отлично. Хорошо. Спасибо. Тогда я начну. Иконичность – одна из подлинных языковых универсалей, обнаруживается на всех уровнях языковой системы. На фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях феномен иконичности изучается фоносемантикой в рамках звукоизобразительности. Извините, презентация также двигается, да, вы видите? Целью нашего исследования является анализ звукоизобразительной терминологии и профессиональной лексики немецкого языка. В докладе мы используем термины фоносемантики. Обратимся к звукоподражательной основе ПАВ, имитирующей резкий глухой звук выстрела, взрыва или удара. Основа показывает чередование гласных и весьма продуктивно в словообразовательном плане. ПУФ используется в лексике портных, именуя простегнутую прокладку в рукав для создания пышности и жилет особого фасона. Употребление ономатопа ПУФ в качестве названия детали одежды развелось на основе метонимического переноса с наименования действия на наименование его результата. Удар, сопровождаемый глухим акустическим эффектом, влечет за собой нечто распухшее, разбухшее. К указанной основе восходит многозначный глагол «пуфан» со значениями «ударять», «произвести звук, похожий на выстрел». Данный глагол употребляется в профессиональной лексике портных. В кулинарии он называет технологический процесс приготовления некоторых блюд из бобовых. На базе данной основы развелись многочисленные производные и сложные термины, относящиеся к технической сфере и сфере компьютерных технологий. Перейдем к следующей основе – БАМ. Хотя этимологически она восходит к имитации звука удара колокола, ее производные значительно удалились от первоначальной семантики, именуя часть густого вещества в языке кулинаров и поваров, отслоившиеся сливки на молоке или застывший жир в супе. Данные значения развелись на основе метонимического переноса значения с наименования звука, издаваемого предметом, на наименование самого предмета, представляющего собой комочек вязкого нетвердого вещества, который отделяется от общей массы, и его падение сопровождается глухим звуком. Основа имеет многочисленные сходные в фонологическом отношении образования во всех индоевропейских языках, многие из которых стали терминами. Номинация по звуку, издаваемому предметом. Обратимся к следующему звукокомплексу. Клак, который дает большое количество производных с развитой семантической структурой. Основа показывает чередование гласных. Клак воспроизводит короткий низкий звук. Уже на материале средневерхненемецкого ономатоп клак употреблялся с неакустическими значениями. На базе акустического значения шум от растрескивания или падения возникли значения трещина, щель, пятно, грязь как его следствие. Далее на базе метафоры развелось значение ошибка, дефект. В данном случае вы видите дефект при стрижке животного, когда шерсть не выстригается, а приминается. С этим значением ономатоп употребляется в профессиональной лексике стригалей овец. Вариант основы клик представляет собой имитацию короткого высокого звука щелчка. В профессиональной лексике ономатоп клик именует наступ на лопате, на который наступают ногой при копании. Номинация по звуку нажатия. В лексике моряков клик называют педаль рулевого управления судна. Кроме того, клик входит в различные термины системы. В языкознании, как мы все знаем, он
обозначает щелкающий звук в фонетических системах ряда языков. В сфере компьютерной обработки информации клик обозначает нажатие клавиши компьютерной мыши. В последнем значении термин дает огромное количество сложных терминов и профессионализмов. Глагол «кликан» употребляется со значением «нажать» применительно к компьютерной мыши. В профессиональной лексике строителей данный глагол употреблялся еще до этого и называл процесс нанесения маленьких частей размягченной вязкой массы, сопровождаемой соответствующим звуковым эффектом. Итеративный производный глагол от данной основы «клёкален» употребляется в профессиональной лексике обивщиков мебели и кружевниц. В обоих случаях номинация осуществляется по звуку выполняемых работ. Исходные звукокомплексы восходят к древней нижненемецкой основе общегерманского происхождения, на что указывают множественные родственные ему звукоподражательные слова в германских языках, идентичные с точки зрения фонологической структуры. В английском языке отмечается наличие производных от данной основы, показывающих развитую семантическую структуру, среди которых также есть термины. Основа имеет сходное в фонологическом отношении образование в ряде индоевропейских языков, например, в романских, среди которых также термины, как вы видите на слайде. Следующий звукокомплекс – это «клап», который отличается необыкновенной словообразовательной продуктивностью почти во всех языках индоевропейской семьи, немецкий язык – не исключение. «Клип» служит наименованием вида строительного камня, который уже был в употреблении и получен путем разбора древних строений. Очевидно, номинация по звуку, издаваемому камнем при падении или соприкосновении. Интересно, что сходную семантику показывают многие латинские ономатопы, восходящие к данной основе, например, глобус, также заимствование в русском, в латыни он означал глыба, кусок, ляпис, камень. Клоп называет определенный вид хода коня. Глагол «клапан» употребляется в профессиональной лексике музыкантов. Итеративные глаголы, развившиеся на его базе, принадлежат к профессиональной лексике охотников и кружевниц. Среди производных основы имеются многочисленные технические и научные термины. Научные термины, как вы видите, относятся к зоологической номенклатуре. На общегерманское происхождение основы указывают соответствующие параллельные образования и их многочисленные производные в германских языках, среди которых также термины. Данная звукоподражательная основа общеиндоевропейского происхождения, французский язык располагает также большим количеством терминов, которые восходят к данной основе. Далее рассмотрим ономатоп «клатч». Развитие семантики здесь сходно с таковым ономатопа «клак». Мы видим, что на базе акустического значения возникает значение «пятно», «грязь» как следствие удара или падения, и затем на базе метафоры развивается значение «ошибка», «дефект», с которым он используется в лексике, в языке лесников. Основа выступает в качестве компонента ряда сложных терминов, которые называют различные инструменты. Вы видите на слайде. На общегерманское происхождение основы указывают родственные ей звукоподражательные лексемы в греческом, французском, славянском языках, и также многие из них стали терминами-интернационализмами. Перейдем к лексеме «патч». Звукокомплекс «патч» развил неакустические значения на основе метонимического переноса с наименования звука, издаваемого предметами, на наименование самих предметов. Производные называют ряд приспособлений и инструментов в профессиональной лексике пожарных, моряков, строителей. Основа «плумб» весьма продуктивна, как вы видите, в профессиональном словаре рыбаков. Звукокомплекс имеет фонологически сходное образование в индоевропейских языках, дающие среди производных ряд интернациональных терминов. Номинация по звуку падения, воспроизводимого исходным ономатопом. Следующий звукокомплекс «радж» является фреквентативом и показывает чередование гласных, а также обязательный вибрант.
Данный фреквентатив весьма продуктивен в немецком языке, в том числе в терминологии. Так вы видите, Redge называют неудавшуюся коноплю, негодную на изготовление канатов, номинация по звуку трепания. Вы видите также термины в области сельского хозяйства, а также в профессиональном языке трепальщиков и различные технические приспособления: трещотка, сито грохота, виды инструментов и деталей автомобиля. Интересно, что в русском языке данные термины также именуются на основе фреквентативов с вибрантом в составе. Основу дает также термин медицинский «Рассельгеройш» – хрипы в легких. И последний аноматоп, который я хотела рассмотреть, это шваб, показывает чередование как гласного, так и финального согласного. Вы видите, что данный аноматоп интересен тем, что его производный глагол «швипан» потерял звуковой денотат полностью и приобрел незвуковое значение – снабжать предмет какой-либо деталью. Таким образом, мы видим, что мы выявили ряд производных аноматопов, входящих в различные терминологии. Видно, что на нашем материале доминирует техническая терминология. Кроме того, богато представлены термины сферы компьютерных технологий и PR, а также биологическая терминология, в том числе различная номенклатура. Аноматопея обнаружена также в профессиональной лексике. Больше всего аноматопея обнаружена в лексике кулинаров, кружевниц, портных, сельскохозяйственных рабочих. Большинство производных отличаются многозначностью и развивают незвукоизобразительные значения, с которыми они употребляются в профессиональных языках на базе первоначальных акустических значений. Семантика данных единиц сформирована под влиянием фонетической мотивированности звукоподражательных основ. Производные, как правило, теряют в процессе семантического развития акустический компонент значения и развивают семантику от конкретно чувственных образов до абстрактных и терминологических понятий. С одной стороны, множество профессионализмов устаревают и исчезают вслед за исчезающими ремеслами – кружевниц, трепальщиков, кровельщиков, охотников. Однако мы видим, что аноматопы весьма продуктивны в номенклатурной и технической терминологиях, а также в таких новых сферах, как компьютерная технология, реклама и пиар. Проведенное исследование доказывает, что пласт звукоподражательной лексики в немецком языке обширен и постоянно пополняется, в том числе дает терминологию в новых сферах. Универсальный характер этого явления доказывает продуктивность рассмотренных основ в других германских языках. Таким образом, механизм звукоизображения является универсальным в языке. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Оксана Владимировна. Конечно, Екатерина Андреевна, Дюжикова, профессор Одинцовского филиала МГИМО. Слышно, что... Оксана Владимировна, вы меня слышите? Да, хорошо слышу. Большое спасибо вам за доклад. И мне бы хотелось уточнить несколько позиций по поводу ваших высказываний. Можно попросить вас уточнить материал исследования и методы, которые вы использовали. Что меня, так сказать, сподвигнуло задать этот вопрос? Поскольку мне бы хотелось посмотреть, насколько ваш доклад соответствует подготовке, направлению подготовки. Вы работаете в техническом вузе, а я слышу здесь кружевницы, одежды, кулинария, материалы, которые вряд ли могут выходить на пласт лексики, который связан с направлением подготовки. Будьте добры, материал и методы, которые вы использовали. Поскольку как бы доклад один, а выводы как бы другой доклад мы слушали. Пожалуйста, Оксана Владимировна. Дело в том, что я хотела показать, что звукоизобразительная лексика встречается и, конечно же, в
в лексике старых ремесел и в новой терминологии. Ну вот я привела пример, в том числе компьютерную терминологию. Ну что касается методики и материала. Не отклоняйтесь, пожалуйста, потому что вы называете почему-то звукокомплекс, а в примере звучит как слово. Если вы хотите какой-то вызов, так сказать, вывод по этому, значит, какие-то профилирующие должны быть признаки, потому что путаница такая в терминологии не дает представления о том, что вы заявили, что это терминология, что это современность. Примеры времен Очаковских. А надо все-таки связать с техническим вузом, в котором вы работаете. Извините, пожалуйста, но вот у меня есть... Секунду. Материал уточнить. У вас и глаголы звучат, и слова отдельные из разных. Просто назовите. Материалом исследования послужило то-то, то-то, то-то. Да, материалом исследования послужил материал словарей. Конечно же, материал... книг, профессиональных учебников. Ладно, все, я поняла. Все, спасибо. Я бы хотела... Спасибо большое за вопросы и спасибо большое за дискуссию, Ольга Владимировна. У меня, с вашего позволения, тоже... Оксана Владимировна, извините, пожалуйста. У меня тоже вопросы, и, может быть, он будет перекликаться с тем, о чем спрашивала Екатерина Андреевна. Вопрос о специальной и профессиональной лексике. Наверное, вот так я бы задала этот вопрос. И мы как раз на курсе терминоведения со студентами 4-го курса бакалавриата очень часто обсуждаем эти вопросы. Смотрите, профессиональная ли это лексика? А вы показываете действительно рыболовные крючки. Вот с Сергеем Дмитриевичем Шеловым мы очень часто обсуждали это на симпозиуме его терминологии и знания. Да? Так вот, это, да, вероятно, в классификаторе профессий, да, профессии рыболов, тем более любитель, нет. Но сказать, что это общелитературная лексика, нельзя. Правильно? Это же специальная лексика, верно? Вот так вы разграничиваете такие понятия, как термин, профессиональная лексика и специальная лексика. Пожалуйста, Оксана Владимировна. Спасибо. Я бы еще хотела уточнить про предыдущий вопрос. Дело в том, что звукоизобразительность была темой моей диссертации, но терминология является, конечно, только частью. Я там исследовала вообще звукоподражательную лексику, ну, это, и ее словообразовательные потенции. В ходе моего исследования я заметила, что большая часть слов переходит затем в специальные сферы. Конечно же, терминология связана прежде всего с наукой, и вот на слайде вы можете видеть здесь примеры из различных научных областей. Что касается профессиональной лексики, то, конечно же, она связана с рядом ремесел, но она также может использоваться в... Ну, в профессиональной коммуникации. Спасибо большое. Спасибо, Оксана Владимировна. Если еще вопросы, коллеги, может быть, в чате, может быть, у слушателей онлайн появились вопросы. Да, я буду очень рада. Я бы еще хотела сказать, что, конечно же, со студентами не обязательно изучать выводы моего доклада. Но это интересно. Спасибо большое, Оксана Владимировна. Тогда мы завершаем вашу презентацию, если это возможно. Убрать ее, да? Да, нужно завершить презентацию. Демонстрацию экрана, спасибо большое. И я хотела бы уточнить, подключилась ли Елена Павловна Попова. Елену Павловну мы пока ждем, да. Надеюсь, что она подключится. Так, Юлия Борисовна, я тогда передаю вам слово. Да, тогда хотелось бы представить следующего докладчика. Это Зуленбаева Алтынгул Жакиповна, кандидат филологических наук, доцент кафедры государственного языка Военного института сил воздушной обороны, дважды Герой Советского Союза, Талгата Бигельдинова, Республика Казахстан.
Нет. А постучались все постепенно. Так, но я вижу, что есть Светлана Юрьевна Ладыгина. Да, Светлана Юрьевна, тогда мы хотели бы услышать ваш доклад. Разрешите вас представить. Светлана Юрьевна Ладыгина, преподаватель кафедры иностранных языков Южно-Уральского государственного университета. Светлана Юрьевна здесь. Да, Светлана Юрьевна. Хорошо, загружается презентация. Светлана Юрьевна, вы нас слышите? Ладыгина Светлана Юрьевна, мы вас видим, но не слышим пока. Мы вас не слышим, к сожалению. А вот запускается презентация. Да? Угу. Светлана Юрьевна, мы вас не слышим, но презентацию видно хорошо. Микрофон включен, возможно, проблемы именно с компьютерным устройством, с компьютером и с самим микрофоном. Светлана Юрьевна, проверьте, пожалуйста. Да. К сожалению, не слышно. Может, пока Светлана Юрьевна не настраивает, может быть, тогда в следующем? Да, Авакова есть? Есть, да, да, есть. Юлия Михайловна, может быть, тогда... Мы послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я надеюсь, что меня будет хорошо слышно, потому что вот я слушаю конференцию и понимаю, что у меня тоже какие-то проблемы со связью. Надеюсь, таких каких-то перерывов не будет. Если что, может быть, я отключу тогда свое видео и запущу просто презентацию, да, чтобы уменьшить нагрузку на канал, и вам было хорошо слышно. У нас, насколько я понимаю, не присоединились наши иностранные коллеги, поэтому как бы вы хотели, чтобы я на английском делала доклад или на русском? Я думаю, все равно, но презентация на английском, так что, как скажете? Да, как вам будет удобнее, как вы скажете, я думаю, здесь большинство на английском понимает, если есть необходимость, мы можем выслать затем, наверное, на английском тезисе, как тезисы, как-то так. Договорились? Тогда, если доклад... Хорошо. Нет возражений, коллеги? Если есть, напишите в чат. Если что-то не ясно, мы постараемся перевести. Если никто не возражает, то мы, наверное, начнем на английском языке и послушаем вашу презентацию. Да? Спасибо. Тогда я включаю свое видео, чтобы не перегружать канал и чтобы меня было максимально, наверное, хорошо слышно. Видно ли презентацию? Да, все хорошо видно. Все хорошо. Okay, so today I would like to speak a little bit about professional terminology in Danish Medgate. To make a point of the fact that the students have to know the background of some of the things that are happening, especially if we speak about legal terminology or if we speak about political translation, because we can see that a lot of terminology is very narrow, and sometimes the Danes, they also use some neologisms. Also the English, they try to invent the new neologisms using the English language. We will see one very interesting example of that, but it doesn't mean anything in English, but it has a very strange meaning in Danish. I will give you an example. So the first
event. I think that everybody knows about the culling of the mink in Denmark, and so it was also called Minkgate because it was a great scandal. And here we can see the tweet from the New York Times where it is said that that is what people are calling an order by the Danish Prime Minister to mass slaughter many millions of minks. So here we have Minkgate, and in Danish we have Minksagen. And these are the things that one has to know, because if one doesn't know, sometimes we refer to some previous cases and they also have this part saying in them. So one has to know what it is about. One has to try to address some sources of information for further reference. Granskningskommission, this is a scrutiny commission. I have never seen this term in Danish before, but it was something that was devised in order to make an investigation into the case. Then we have Minkkommissionen, and it is very interesting that in Danish you put it in very concise terms, but if you look at the official English translation, you will see the Mink Commission, or the Commission of Inquiry into the case of the killing of mink. When they translate it into English, they try to give a broader context so that people can understand what it actually is about. And it is sometimes that it is the thing that our students are very bad at. They try to literally translate Minkkommission so that one doesn't understand what it is about. Well, the English translation gives an example of how you can do that in order to make your point and in order to get the message across. Utkommissorium, this is terms of reference, a very technical legal term, but is very used in the Danish media regarding this specific case. In lovhjemmel, legal authority to do something, again, one very precise legal term, not usually used in the Danish media. Then we have some medical terms, for example, cluster 5 mutation, cluster 5 mutation, or antistoffer, this is antibodies, or whole genome sequence, I don't even know what it is, but anyway, this is what they were talking about. Minkbesetninger, mink herds, mink aflivning, mink trap, killings of mink cull, nedgravning or bortskaffelse in mink, burial and disposal of mink. The thing is that the Danish mass media, they try not to mitigate the cause. They don't try to put it in some broader terms when they talk to the public. They necessarily use all those terms that are used in official reports. And that is the problem, because sometimes they use a lot of jargon. And here we can see a very interesting thing, an action card or action card. Some see it as they say it in Danish, sorry. So a permission to intervene, but an action card in English, it doesn't necessarily mean the same thing. It means just some technical term that has something to do with the evaluation of certain equipment and so on. In Danish, it is permission to intervene, and one can see that it is used a lot when we speak about the mink scandal. Tempo bonus, again, we have two Latin terms, and it means actually the compensation amounting to 20 Danish kroner per mink killed before the 16th of November 2020. And so here we see a sentence from Altinget. It is a very important Danish newspaper, and here we see, so they use this word action cards. But then when they use it again, they just say it in Danish. So cards, they become kortene. So it is the literal translation of cards into Danish. But how they use it, how they find a connection, how the reader has to find the connection between those two things. Well, this is sometimes very, very difficult to understand. But when you see action cards in the first part of the sentence, it's easier. When you don't see that, sometimes it happens, especially if it is
a quotation, then you have to think a lot and you have to find a lot of different sentences with the same or similar context, or you try to find how this interview has been changed into some broader material in order to understand what it is about. Then we have the case of the impeachment of Inger Støjberg, Danish minister for immigration and integration, and in her capacity as minister, she instructed the Danish Immigration Service to separate asylum seeking partners where one partner was under the age of 18, it was later found that she violated the Danish law because the age of consent is 15 years, but she thought that she had to intervene because those people that come from different countries, consent means that we can have a form of consent, but actually it means quite different. It is an arranged or a forced marriage. So she said actually that it was completely unacceptable that child brides, so we have here barnebrude, child brides are accommodated with the spouses in Danish asylum centers. And here we have the judicial authority that actually that the case was submitted to, and it is Riksretten. The problem is that it can be translated literally as the royal court or sometimes the high court of the realm, and it may appear to be something very important, something like supreme judicial authority. It is not. It is a special court of impeachment, and that is how it is translated into English. In Russian, we always see Королевский суд, but it doesn't tell the reader anything at all. That delivers judgments against ministers accused of unlawful misconduct and maladministration of office. The thing is that since the court of impeachment was established in 1814 by the Danish constitution, only 5 cases had been brought to court. And so the last one happened 26 years ago, and it was connected with the civil war in Sri Lanka and the Tamil case, where the government led by Paul Schluter had to investigate the possibility of rendering this order illegal, because the Minister of Justice Erik Nyn Hansen, he decided that he had to stop this family reunification, and we have Højesteret. This is actually the Supreme Court, but the thing is that if you don't know what it is about, you don't know about Riksretten, and the only way you can know about it, if you don't know about the Tamil case I have been speaking about, Tamilsagen, you have to open the Danish constitution and to find out what it is about, because it's not often that you see this judicial authority mentioned anywhere. So we have Familiesammenføring, Ægteskabslignende forhold, marriage-like relationships, han giver ægteskab og tvangsægteskab, uledsagede børn, skilse, samlevende par, en barnebrud, child bride, and two legal terms, instruks, and infanteringsadministration, accommodation directorate. It's very interesting that the students find it easier to learn those terms if you provide an English translation, because some of these terms are used in different conventions that they do study, for example in the convention about refugees and so on, those units, if they learn them in context or with a translation into a different language. And here we see just another justification of the action of the minister, of the Danish minister. So these two cases actually show that in order to provide a good translation, you have to know a lot about the current country-specific terms. You have to look into
very interesting sources that you don't usually consult. You have to understand, you have to know something about those mutations and medical terminology. So some of these terms, one can argue that there are medical or legal terminology. Some of these terms are just jargon, for example, if we speak about action card or tempo bonus. And it's very interesting that sometimes a case comes up and you see that a word that no one has used, for many years, that it becomes an active vocabulary, and you have to find out what it is like. You can't find it in dictionaries because it just came and went. But then... now you have the internet, so it makes it easier. But anyway, the Danes are very specific about using, in the means of mass media, the things that they find in their bureaucratic sources. And it complicates matters quite a bit. Спасибо вам большое. Если есть вопросы, надеюсь, что меня было слышно нормально. Сейчас я включаю видео. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Да, источником, на всякий случай, сразу скажу, что источником выступали материалы датских СМИ, газеты основные, это вот Эльтинге, Политикен, Информацион, материалы телерадиовещательной компании, публичной телерадиовещательной компании DR, и доклады различных и материалы различных министерств, а также непосредственно документы, судебные документы, вот связанные с делом Ингер Стойберг, и, соответственно, тоже оценка и прокуратуры, и вот соответствующих комиссий, действий Мета Фредериксон, когда речь шла о вот убийстве Норок. Так что здесь вот я могла проследить очень четкую связь, что даже в очень коротких каких-то заметках, если в английских источниках можно было видеть попытку жонглировать с различными терминами, потому что culling и killing — это все-таки разные вещи, и говоря о culling, да, можно сказать, что это и отбор как бы лучших каких-то племенных производителей путем вивисекции всех остальных. Датчане этого не делают, они очень строго придерживаются тех терминов, которые присутствуют в официальных источниках. Да. Юлия Михайловна, спасибо вам огромное. Я всегда с большим интересом и вдохновением слушаю ваши доклады. Мы с вами пересекаемся так часто. Да. И так радостно слышать, какой у вас широкий диапазон исследований. Я помню, что у вас по лингвокультурологической тематике очень много всегда интересных сообщений на стыке трех языков, и английского, и русского, и датского, в данном случае, да, датского языка и культуры. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вы также останавливаетесь и здесь в своем выступлении на взаимодействии терминологии, да, терминоведения и лингвокультурологии, поскольку, как вы знаете, я часто работаю с культурным компонентом значения, да, терминов, то есть можно ли на данных терминах, мне всегда это очень любопытно, на другом языке, вот датский язык, я только по истории языка, наверное, знакома с историей датского, норвежского языка, экспансии, взаимодействием этих языков. Можно ли также проследить какую-то территориальную зависимость на материале датского языка в юридических терминах от культуры, которая распространена в той или иной местности, да, видимо, в Скандинавии, на тот или иной период времени? Зависит ли это от ситуации конкретного судебного разбирательства, от законов, которые действуют на тот или иной период? Вот на совершенно неизвестном мне, неизведанном языке и культуре работают ли эти принципы? Мне очень интересно. Спасибо. Ой, спасибо вам большое за замечательный вопрос. Он меня прям вдохновил сразу на какие-то мысли вот в этом направлении. Вы знаете, очень интересно, что текст датской конституции, который датчане имеют на сегодняшний день, это фактически текст середины XIX века, который активно перерабатывался, и сейчас это текст 1953 года. И проблема заключается в том, что термины, которые используются там, обычно, я бы сказала, немецкообразные все-таки. Вот они сейчас заменяются очень часто какими-то другими
терминами, и даже есть такое замечательное «Моя конституция», она размещена на сайте Folketinget датского парламента, и там специально к каждой статье приводится толкование. Настолько непонятно для среднестатистического датчанина эти термины. Что касается тематики сегодняшней, я бы сказала, что какие-то вопросы, наверное, вот связанные с коронавирусом, они абсолютно точно каким-то образом заимствуются из английского языка. То есть, конечно, там надо смотреть, откуда идут эти заимствования, часто это латинские, греческие термины и так далее, но вот какие-то неологизмы они действительно английский используют. Что же касается вообще... Тут очень сложная ситуация, потому что Дания, в отличие даже от Германии, она... прошу прощения, не испытала воздействия римского права. То есть у них право до сих пор не кодифицировано, и поэтому иногда это местные какие-то термины, иногда это термины, пересекающиеся с, соответственно, английским языком. Ну, например, вот выступать, да, в качестве опекунов, да, по-английски очень часто говорят «in loco parentis», датчане этого не используют никогда. Так что тут вот можно видеть, что даже не... гармонизированная в праве, в плане права английская система использует больше терминов латинских тех же самых, чем датская. Ну а что касается терминов, которые используются в рамках европейского права, это обычно буквальные переводы, которые уже синхронизируются. Очень интересно. Спасибо большое. Вы мне... Excuse my ignorance, но позвольте, я спрошу еще, задам еще один вопрос. Вы упомянули, что в датской конституции термины более сходны с немецкими. Это тоже какими-то культурными реалиями, историческими событиями, да, обусловлено? Да, конечно, это связано, ну, и с культурной близостью, и с языковой близостью, и с тем, что... на Германию даже в большей степени, чем на Швецию. Датчане всегда смотрели как на такого старшего брата, которого они, естественно, и боялись. Надо помнить, в войны за Шлезвиг, как бы они еще в 19 веке очень серьезно продолжались. Но, с другой стороны, в начале 19 века это даже подмечал и Расмус Раск, да, великий лингвист, и братья Гримм, и Ганс Кристиан Андерсен, который, кстати, с ними очень хорошо взаимодействовал, о том, что люди говорили в основном на немецком языке в Копенгагене. То есть это был такой культурный язык. И только потом уже, с приходом романтизма, соответственно, начал развиваться уже полноценный датский, хотя законы они всегда писали на, ну, не всегда, но после латыни где-то уже там 17-18 века на датский язык, да, конечно. Спасибо большое, очень интересно. Я бесконечно могу спрашивать, поэтому я, пожалуй, остановлюсь. Спасибо вам большое, мне очень приятно, мне очень дорог ваш интерес, и я очень жалею, что не так часто нам приходится видеться на конференциях, поэтому я очень ценю каждый. Спасибо большое. Ну, хотя бы онлайн, видите, какая сегодня ситуация. Хотя бы онлайн, да. Потому что вот сегодня в течение дня вот сыпятся сообщения. Извините, я спасибо. Садитесь, я только комплименты хотела сказать. Видно. Видно, извините. Да. Я по докладу хотела сказать. И хотела спросить, когнитивной лингвистике вы печатались, поскольку фамилия-то достаточно редкая. И я вот упоминала, что новое направление. Я видела у вас такой широкий диапазон проблем, которые вы рассматриваете, который Институт языкознания печатает и Тамбовский университет, когнитивная лингвистика. Я видела вашу фамилию. Вы там печатали? Я думаю, нет. Это, наверное, моя однофамилица. Да. Нет, я не печаталась, не имела чести. Но мы рады услышать хороший, прекрасный доклад. Спасибо большое. Спасибо большое, Юлия Михайловна. Спасибо огромное. Мы тогда переходим. Если еще есть какие-то вопросы онлайн, коллеги, если у меня есть, да, Юлия Борисовна, конечно, пожалуйста. Да, Юлия Михайловна, я тоже без вопросов, но тоже с комплиментами. Спасибо. Вчера при подготовке к секционному заседанию и знакомясь с темами и с аннотациями докладов, тоже очень заинтересовалась словом «engage». И как вы правильно сказали в конце уже своего выступления, что просто посмотреть словаре «ming» и «gage» ничего не дает. Нужно ознакомиться с целой статьей про этот скандал, чтобы понять это слово. И ровно 2 года назад у Валентины Михайловны было как раз... функционирование терминов с культурно-коммуникативным значением в медиадискурсе. Очень созвучно, и тоже было очень живо, и очень современно, и очень интересно. Спасибо вам большое за замечательный доклад.
Спасибо вам большое. Мы знаем, Амин Гейдж, пришлось прочитать статью. Вот видите, как время быстро идет. Вот сейчас вот Panama Saying, датское, ну так же, как да, панамское досье, оно уже не звучит так. Но, тем не менее, в какой-то момент кто-то может на это сослаться, и опять же, для нового поколения, которое с этим не сталкивалось, это тоже будет затруднением. Так что спасибо большое за интерес, спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Юлия Михайловна, и с радостью мы сообщаем, что в Венгрии наши коллеги к нам присоединились и закончились занятия у профессора Эвы Харнас, и она к нам присоединилась. Эва, can you hear me? Are you here? Yes, thank you. Thank you. Good afternoon. Wonderful. We are really glad to welcome you. And we are very happy that you are here with us right now. We were waiting for you, and we are really glad to welcome you. Do you need any assistance to start your demonstration, the demonstration of your screen, or you're going to do it yourself, right? Thank you. I tried myself. Thank you very much. And I apologize for being late. I had classes, you see. It's really an honor. I can be with you again. I can share now. I can say now, and this is how I can share my screen. Is it okay? Yes, it's fine. It's wonderful. Right. Thank you. Trying to switch to conference presentation. Right. Thank you very much for the opportunity to talk to you and participate in your professional community. As you can see it on the title, I'd like to make a few remarks on social media terminology, which is designed to impact user behavior, in my view, rather than provide a perfectly democratic platform. But how did I get to that conclusion is reflected by the topics which I'd like to discuss. I'd like to define what a social media platform is, and I'd like to highlight the business-related functions of the social media, also how it is connected with the five-factor model of personality assessment as the psychological, theoretical background. And then I'd like to show how I have classified some affordances for marketing specialists. To tell the truth, when I started, I thought it would be pretty easy because I should just enumerate and classify the affordances for users. And then I realized that it's a multi-layered system also, not only the social media. But what do I mean by social media platform here? It's also termed as a social networking site. And according to the literature, it can either be viewed as a techno-cultural construct, which is then interpreted as a kind of knowledge production jointly in society, or it can be viewed as a socio-economic system, which we often forget about, which is actually a business enterprise with ownership, profit-making, and its own business model. And this is the business model I'd like to focus on now. Because as you can see, I have tried to systematically describe user contribution for it, which involves a lot of free labor, actually. We are not aware sometimes that we produce most of the content and upload our profiles and comments and share photos and videos. And at the same time, we offer the opportunity for data surveillance by agreeing to the terms of terms and conditions of use, as we know, some of which are actually default functions. So I can't join Facebook, for example, without agreeing to them using most of my devices. When we consume content, as you all know, we generate data on themselves by clicks and visits of home pages and data collectible on the length of time we spend on home pages. And this all reflects that the whole function of the social media is data collection, which is a priority, and actually which is allowed by codes and algorithms and a whole interface. But we are rarely aware of the algorithms, of course, unless we are professionals, because on one hand, they are invisible to us. And on the other hand,
they are inaccessible even to researchers for business reasons, or for payment, perhaps they are partly accessible. The business-related functions of the social media could be summarized like on this slide. They capitalize, the platform operators and the company owners capitalize on data collected on us. And actually they commoditize the social relationships which we establish. But the whole point of the system is trade in data. And I have realized that some of the affordances to users are only available in order to keep them engaged and keep them on the platform, because then we produce more and more data on ourselves. But on the other hand, if you do some research, you can realize that some of the affordances are available to marketing and business specialists only. For example, social listening, sending dark posts, or the so-called conversion rate. And it is said that the background to all the system is the five-factor model, or the big five, which is actually connected to observation of behavior and hypertext content analysis of words and linguistic style, which can be related to extroversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, and openness to experience or intellect. The complexity of the context of communication makes us obey the technological semiotic system, actually, because as you can see, there is an example on this slide illustrating how theoretically complicated it is to develop a new model of communication for the digitalized era. On this slide, we can find participants, imagined context, extra situational context, behavioral context, textual context or co-text, and generic context. So we are rarely aware, for example, that the social media site and their terms of communication and use and their stated rules and purpose all impact the way the system is functioning. What I have done is that I haven't used the formal dictionaries of social media terminology. Instead, I have conducted some research into social media affordances for marketing specialists and tried to group the functions in order to gain some insight into whether it's all related to the big five, as I assumed. And this is what I found. The three categories I have managed to set up, and here are some example phrases, are about engaging the user, data collection on the user, and prompting action in order to provide some transition from the offline space to the from the online space to the offline space to make the user behave in the desired way. Some of the terms in the engaging the user column, for example, are about types of users whose habits can be exploited. For example, a clicker who clicks on everything because they are very curious or very addicted to the social media, or a spark who is actually an opinion leader in a smaller community, according to the definition that I found, for example, in a family or in a small circle of acquaintances. But I have also included here some professional ploys, or let's say affordances, which are available to the marketing specialists only. For example, link building among their advertisements or paid content, or perhaps meme jacking is more frequent among them. That is the exploitation of a popular meme, usually a visual joke or something spreading viral on the net.
But if I want to find something which is really unique to the marketing specialist, I should say search engine optimization is definitely a tool which is available only to them. And then if I move on to the data collection on the user column, I can say that these soft, friendly, or seemingly neutral terms like sentiment analysis, social listening, and social media monitoring actually all hide the point that it's massive data collection on the users, sometimes potentially violating their right to privacy. But it is all kept in the background because business comes first. And because we are given the illusion that it's all about freedom of expression, freedom of speech, and maybe our creativity. So we are ready to produce content which we imagine is relevant for ourselves. Also, I'd like to highlight that, for example, social return on investment is actually not an affordance offered by the platform, but it's a tool, a marketing specialist ploy, in order to calculate the rate of success from the proportion of the invested costs and the gains or profit. But the prompting action column might prove the most interesting, because that's about the assessment of the transition between the online behavior to the offline behavior, where the online activities are transformed into a user ordering some product or buying some service. And in order to make a remark about fake news or deception, I'd like to remark that, for example, dark posts or similar tricks are accepted and available to the users of the social media, especially to the marketing specialists. You probably know that dark posts, according to definition, are actually advertisements which target individuals only, without the individual being aware that they are the only person who has been targeted by the ad, because of their profile, which has been established by the platform operator or the marketing expert. And also they rely on our inclination to jump on the bandwagon. That is, the users like to join either a celebrity, like an influencer, put in this column, or they like to join the majority. For example, this is social proof or social selling, according to the marketing terminology. That is real majority online, or maybe a virtual majority created by robots, or a perfectly fake majority, which doesn't exist at all. If robots just boost the majority, let's say, it could be a kind of created or virtual majority. So this is the interpretation of my findings, and I won't go over them again, because I have explained what I mean by the small table. And my conclusion is that actually all the big five characteristics can be matched to certain affordances or tools. For example, extroversion and agreeableness could be measured by the size of a user's network. Conscientiousness and openness could be measured by the acceptance of online suggestions. Emotional stability can be linked to online posts and comments. And probably, of course, this is a simplification, because it's all carefully planned as far as content analysis is concerned, relying on certain classifications of or categories of words. So actually what happens is that the trust of the users in the platforms and in social media is exploited for business, and very often for political purposes also. So my conclusion is that instead of the perfectly democratic
open horizontal platform for communication of citizens with equal rights, technology has resulted in something like the panopticon, you know, which is still the model, as many people are aware, for the modern prisons. The only problem is we're within a perfect monitoring system, but we don't know who is watching from the tower. Thank you very much for your attention and the opportunity. The references can be seen here if you can use them. Thank you. Thank you, Ava. That is inspiring and very interesting. Well, as far as the last slide with pictures is concerned, right? And tomorrow we are going to have a report on cybersecurity, which is also a big, big question nowadays. And your report is in the very direction that we're going to discuss, because you never know, it seems to be horizontal and open and free and democratic and transparent, right? But on the other way, you never know who's watching us, right? We are hoping today that only friendly and highly intellectual individuals were going to join this conference. But yesterday when we had meetings with the volunteers, we also thought about cybersecurity, in fact, and we have to be always very careful about that. And, you know, it is sometimes very hard to track the connection, the link between terminology and cybersecurity, but there is some, right? So what do you think is the link here? What is the connection between the terminologies that you stated are created by all the like companies that are on digital platforms now? Why do they create this special terminology for these very companies? What are the reasons and what is the connection to cybersecurity? I think this is very important nowadays. Thank you, Eva. Well, I have just realized it's really complex to research the terminology of the social media, because I should understand the technological functions to some extent of the platform. And probably this is the reason why there are a lot of joint authorships of articles on the problem, because you probably need an IT expert to join you in order to discover what the exact links might be. But I think that the connection is probably related to marketing and psychology also. So on one hand, the terms were available for the average users are created psychologically, in a psychologically friendly way, so as to attract them, also for marketing reasons, because we must be kept busy and we must imagine that we are involved in entertainment or some relaxed and friendly relationships. And on the other hand, the same technique can be available for marketing experts, because marketing experts will find the tools attractive, for example, for data surveillance, if the terms do not suggest anything criminalized or anything illegal or anything unfair. So this is, I think, a kind of manipulation through language, which has a very well-founded theoretical basis psychologically. But it's worth researching, because I think if you carefully look at and analyze the definitions, explanations to marketing experts, you might gain some insight into what's going on, even though technologically, I'm not trained enough to understand. Thank you. Thank you so much. I wonder if there are any other questions, both in Russian and English. And there is the abstract of Professor Harness's report in the chat. We translated it yesterday, Eva, and posted it. Thank you very much. If that is all right, you can look through the thesis there and ask questions if there are any here in campus or online. If you get questions later, please ask them in the chat. All right. Okay. If there are no other questions, then we will proceed, if you don't mind. Thank you again. Thank you so much.
All right, and I will switch into Russian, back into Russian. Давайте мы попробуем вернуться к нашему докладчику со звуком, где были проблемы. Светлана Юрьевна. Да, слышно меня. О, отлично, слышно. Светлана Юрьевна, мы вас слышим. Пожалуйста, давайте попробуем. Отлично, отлично. Мы взяли паузу, и все у нас сложилось. Спасибо. Дождались. Спасибо за возможность поучаствовать в конференции онлайн. Так, включаю демонстрацию. Так, мой сегодняшний доклад. Слышно меня? Все отлично, мы слушали сейчас европейцев, сейчас Челябинск на связи, мы всех рады слышать и видеть, пожалуйста. Так, мой доклад называется «Семантико-синтаксические отношения между компонентами терминологических словосочетаний. Терминология автомобилестроения». Так. По мнению Черминасова, словосочетание является основной языковой единицей, раскрывающей сложные процессы движения и развития речи языка, предикации и номинации. И в этом определении мы видим полифункциональность словосочетания, которое дает возможность изучить семантико-синтаксические отношения между его компонентами и соотнести их с подходящими предикативными конструкциями. Зарубежные отечественные ученые-лингвисты часто пользуются данным методом исследования. Для исследования мы отобрали... Для исследования мы отобрали методом сплошной выборки 2000 английских двухкомпонентных терминологических словосочетаний под язык автомобилестроения. Используя метод трансформационного анализа, мы преобразовали данные словосочетания в предложения по образцу, предложенному в трудах Белоусовой, Остапенко и Пешехуновой. Белоусова, Остапенко, Пешехунова используют в своих исследованиях теорию парадигматического синтаксиса, которая была разработана Блохом. По определению Блоха парадигматическим синтаксисом является описание синтаксической системы языка с помощью семантико-синтаксических моделей предложений. Основой парадигматического синтаксиса является ядерное предложение и трансформация. Трансформация распространилась на исследование словосочетаний и характера связи между их компонентами, так как словосочетания могут представлять собой полные номинативные конструкции, обладающие предикативностью и потенциально соответствующие предложения. Так, следующее. Так, по поводу термина предикативность. Одни ученые, такие как Ахманова и Бархударов, считают предикативностью грамматическую основу предложения, включающую подлежащее и сказуемое, выражающуюся в наклонении во времени, передающую отношение сущности высказывания к реальности. Другие лингвисты, такие как Старикова, считают предикативность свойственной не только предложению, но также и словосочетанию. Понимая под предикативностью функционально-семантическую категорию, имеющую пропозициональное значение, то есть описывающую событие или факт. Метод трансформационного анализа помогает преобразовать словосочетания в предикативные конструкции. Блох отмечает, что изначально трансформации в лингвистическом плане были описаны безотносительно к порождающей грамматике, и трансформации являлись для языковедов равнозначными преобразованиями, имеющими двусторонний характер. Мешков отмечает, что при полном разделении этих понятий трансформационный метод представляет собой лишь способ преобразования одних конструкций или структур в другие. Но в сущности большинство ученых определяют понятие трансформация следующим образом. Преобразование, то есть любая работа с элементами синтаксической структуры. Сокращение, перестановка, добавление и замещение. Дальше.
Так, полученное после трансформации предложение будем называть диагностирующей моделью словосочетания. Проводя трансформационное преобразование, нужно определить допустимые изменения в составе исходных единиц. В нашем случае это исключение предлогов, перестановка компонентов словосочетания, замена частей речи, добавление глаголов некоторых семантических групп, служебных частей речи, таких как предлоги и союза. Мы выделяем 5 классов трансформации в зависимости от глагола, фигурирующего в преобразовании словосочетания в предложение. ТС преобразуемый в предикативной конструкции с помощью глагола be, который составляет 24% от всей выборки. ТС преобразуемый в предикативной конструкции с помощью глагола have, составляют они 2%. ТС преобразуемый в предикативной конструкции с внутренним глагольным преобразованием 7%. ТС преобразуемый в предикативной конструкции с помощью глаголов некоторых семантических групп 4%. И ТС преобразуемый в предикативной конструкции по двум и более диагностирующим моделям. Эти ТС образуют 63% от общей выборки. В данном докладе мы подробно рассмотрим класс трансформации, представленный ТС преобразуемый в предикативной конструкции с помощью глагола to be. Это 24% от двухкомпонентных словосочетаний. Этот класс подразделяется на 9 подклассов. На экране у нас первый подкласс, то есть это ТС, образованные по данной диагностирующей модели, объединены квалификативными отношениями, то есть отношениями определения. Между компонентами этих ТС присутствует указание на признак. Адъюнкт словосочетания либо качественно характеризует предмет, обозначенный главным словом, либо сравнивает этот предмет с другим предметом, событием или признаком. Данный подкласс составил наибольшее количество двухкомпонентных ТС – 15%. Далее, второй подкласс. Второй подкласс. ТС преобразован в предикативных конструкциях с помощью глагола to be. Это субстантивно-субстантивные ТС. Называют один предмет. Соответственно, отношения между двумя понятиями, которые выражают стержневой зависимый компонент ТС, имеют характер тождественности. Данный подкласс преобразований составил 3% от общего числа двухкомпонентных ТС. Третья диагностирующая модель у нас представляет компоненты словосочетания, образованных по диагностирующей модели, которые вступают в отношения на значение, так как здесь при преобразовании словосочетания в предложение можно ввести предлог for. Данный подкласс составляет 2,3% от общего числа двухкомпонентных словосочетаний. Далее, четвертый подкласс. Диагностирующую модель данного подкласса добавляется предлог of, помогающий определить характер отношений между компонентами терминологического словосочетания как отношение материал-предмет. Количество ТС, которые входят в данный подкласс, 2% от общего числа двухкомпонентных словосочетаний. В пятом подклассе в предложении transform добавляются предлоги in, on и другие предлоги места. В таких словосочетаниях пространственная характеристика действия предмета или явления, выраженного ядром словосочетания, дана адъюнктом. Соответственно, между компонентами данных ТС существуют обстоятельственные, а именно локативные отношения. ТС данного подкласса составляет 0,8% от общего числа двухкомпонентных словосочетаний. Далее, шестой класс. Предмет, который называют ядро словосочетания, функционирует в роли подлежащего в получившемся предложении трансформе. Он сравнивается с предметом, стоящим после предлога like и обозначенным адъюнктом. То есть можно говорить о компаративных отношениях, отношениях сравнения между компонентами данных словосочетаний. Данный подкласс составляет только 0,6% от всех двухкомпонентных словосочетаний. В седьмом подклассе ТС существительным, стоящим в зависимом положении, названа форма предмета, называемого существительным главным словом. То есть существительное в зависимой позиции именует характерную форму предмета, его признак.
Так, здесь отношения между компонентами, характерная форма, предмет. Данный подкласс составляет 0,5% от общего числа двух компонентов словосочетания. Далее, восьмой подкласс. Данный тест трансформируется с помощью добавления предлогов, обозначающих время, in, during и других. Между компонентами этих тестов при трансформации предложений мы можем выявить темпоральные отношения. Восьмой подкласс представлен малым числом словосочетаний, всего 0,2% от общего числа двухкомпонентных ТС. И девятый подкласс, диагностирующую модель данного подкласса, мы вводим предлог against, позволяющий характеризовать содержание отношений между компонентами исходного словосочетания как отношение противопоставления. Число ТС, входящих в этот подкласс, небольшое, 0,2% от общего числа двух компонентов словосочетания. Итак, в данном классе тест преобразуемый в предикативной конструкции с помощью глагола to be. Самым распространенными в английской терминологии автомобилестроения являются тест с квалификативными отношениями между компонентами. Таким образом, трансформировав двухкомпонентные ТС-предложения, мы выделили 5 семантико-синтаксических кластеров словосочетаний. Класс ТС преобразован в предложение по нескольким диагностирующим моделям, составляет 63% от общего числа двухкомпонентных ТС. В классе ТС преобразован в предикативной конструкции с помощью глагола be выделены следующие отношения: квалификативные, локативные, темпоральные, компаративные, противопоставления, тождественные, назначения, материал, предмет и характерная форма предмет. Ну, существование ТС с несколькими видами отношений между их компонентами можно объяснить, возможно, многообразием внеязыковых отношений, которые должны передавать данные языковые единицы. А наименее многочисленным оказался класс ТС, преобразуемый в предикативной конструкции с глаголом have. Это всего лишь 2% от всех двухкомпонентных ТС. Данное исследование намечает дальнейшие перспективы изучения особенностей терминологической номинации в английской терминологии автомобилестроения. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Коллеги, если есть вопросы онлайн или у нас в зале есть вопросы? Нет. Все, спасибо вам большое за выступление. Спасибо. Просим вас остановить демонстрацию экрана. Коллеги, я, наверное, представлю следующего докладчика, а именно Юлию Борисовну Циркун, доцента кафедры лингвистики и переводоведения Одинцовского филиала МГИМО. Юлия Борисовна, я сейчас прошу загрузить свою презентацию. Пожалуйста, Юлия Борисовна. Спасибо большое, Валентина Александровна. Пока. Вот так. Все, спасибо огромное. Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, тема доклада «Особенности центростремительной тенденции развития англоязычной терминологии образования». Современное образование, как и многие другие области, характеризуется не только международными интеграционными процессами, но и сохранением культурного своеобразия локальных систем образования. На уровне терминологии данные тенденции проявляются в унификации соответствующих терминов, в гармонизации терминологии с одной стороны и к активному стремлению использования терминов культурного компонентного значения с другой стороны. Несмотря на то, что в эпоху интеграции и глобализации во всех областях общественно-экономических отношений особое значение приобретает именно унифицированная терминология, все больше интерес исследователей вызывает вопрос о том, в какой степени использование англоязычных терминов, в частности в области образования, является эффективным для отражения национально-культурного своеобразия. Материалом исследования
послужили 6 тысяч англоязычных терминов образования. И необходимо отметить, что исследовались центростремительные и центробежные тенденции развития англоязычных термин-систем образования. Данные термины, центростремительная и центробежная тенденция, взяты по аналогии с исследованием англоязычной юридической терминологии Валентины Александровны Иконниковой, и в исследовании англоязычных терминов образования были получены результаты, что центростремительная тенденция, то есть стандартизация терминов, унификация, данная тенденция иллюстрируется общеанглийскими терминами, то есть термины, которые используются во всех англоязычных термин-системах образования, они не характеризуются вариантностью или безэквивалентностью. И вторая группа терминов – это унифицированные термины. И здесь хотелось бы отметить, что в исследовании 2018 года, когда была защищена диссертация также по англоязычным терминам образования, мы выделяли еще международную стандартную классификацию образования, где был дан целый список унифицированных терминов. Сейчас данной группы терминов нет, потому что в рамках большого проекта Education 2030 идет работа по стандартизации терминологии. И уже в 2019 году был опубликован глоссарий Международного бюро просвещения, который содержит 430 терминов. А остальные группы терминов также остаются для иллюстрации данного исследования. Это термины Болонского процесса, термины международного бакалавриата и термины, которые представлены в глоссариях Европейской сети в образовании Юридиси. Да. Спасибо. Итак, первая группа терминов, терминная система Болонского процесса, было выявлено 42 термина. Большинство из них не характеризуются вариантностью или уникальностью, то есть это стандартизованные термины, но, однако, были обнаружены синонимичные термины, это double degree, dual degree и joint degree. То есть это единственный случай, который отражен в большом глоссарии Болонского процесса, единственный случай лексической вариантности термина. Далее рассмотрим терминную систему международного бакалавриата. Ее составляют 52 термина, и здесь тоже отражены термины, которые характеризуются лексической вариантностью. Следующая группа терминов – это термин «юридиси». «Юридиси», на мой взгляд, если можно выразить свою точку зрения сейчас, «юридиси» – это такой уникальный проект, который ведет очень большую работу не только по стандартизации терминов, но также они выпускают большое количество публикаций, которые отражают и уникальные термины. Даже после Брекзита у них все равно есть публикации по терминам, которые используются только в Шотландии или только в Уэльсе в сфере образования. Поэтому для объективного исследования, для отражения всех терминов, их особенностей, юридиси можно рассматривать как материал для исследования обеих тенденций, как центробежную, так и центростремительную. И тоже есть термины в данной терминной системе, которые отличаются лексической вариантностью. И завершающая группа терминов – это термины из глоссария Международного бюро просвещения ЮНЕСКО. И данные исследования показали, что около 72% терминов в словарных дефинициях имеют какие-то предметы. То есть или приводятся термины-синонимы, или отражаются перонимо-гипонимические отношения. Вот вы видите на экране, что приводится много терминов синонимичных, но каких-то территориальных или исторических помет не приводится. В основном просто данный глоссарий ЮНЕСКО дает термины синонимичные, и они еще всегда приводят документ, в котором эти термины отражены. Но помимо лексической вариантности есть еще некоторые примеры семантической вариантности, там, к сожалению, не видно, но единица qualification рассматривается
Вот, но случаев семантической вариантности меньше в данном издании. Прошу вас дальше. Центробежная тенденция представлена терминами области образования с культурным компонентом значения. И хотелось бы привести в качестве примера термин query. Вот мы всегда на конференциях всегда по терминоведению отмечаем, что конкретный термин нужно рассматривать его значение, его использование только в рамках определенной терминной системы, потому что даже в области образования, но в терминной системе, вот, например, высшее образование Австралии, credit – это оценка. Вот как у нас тоже в баллах 65-74 балла – это credit, то есть C – это будет оценка credit. Да, и в терминной системе Болонского процесса, то есть это тоже как терминология образования, но терминная система Болонского процесса и значение уже другое. Все мы знакомы с кредитами, зачетные единицы. Вот как раз кредит – это определенное количество зачетных единиц для получения, да, зачета или экзамена. И в связи с распространением коронавируса большую популяризацию получили термины, которые связаны с дистанционным обучением. И даже ЮНЕСКО, они приводят эти термины, попытки их систематизировать, как-то стандартизировать, но и у них тоже есть некоторые расхождения. Вот, например, для отражения, да, дистанционного обучения они используют термин и remote learning, и distance learning. И вот в дефиниции даже видно, что remote learning includes online learning, as well as lower tech remote learning options и так далее, так дальше. Вот, и они же приводят уже и distance learning, который с пометой synonymously with online learning, e-learning, distance education. То есть, если взять это определение, то можно сделать вывод, что у distance learning большое количество терминов. И remote learning, и distance learning как будто бы абсолютные синонимы. Но анализ публикаций, посвященных данным терминам, позволяет делать вывод, что данный термин соотносится вот следующим образом, что онлайн learning объединяет все виды представленные обучения, то есть онлайн преимущественно акцент идет на использование интернета. Blended learning – это использование и традиционной формы обучения, когда и учитель, и ученики находятся в классе, но с использованием интернет-технологий. E-learning – это использование различных платформ обучения. Также может учитель находиться в классе. А virtual learning – это как у нас Google Meet, когда у нас большая площадка, или Google Classroom, где у нас и задания, и все. И также отмечаю, что вот virtual learning учитель дает задание, не записывая, а отправляет электронное письмо. Вот. И distance learning – это, как мы говорим, да, дистанционное или удаленное обучение. И прошу вас дальше. Еще одна заключающая пара терминов – это hybrid learning и blended learning. Если мы посмотрим в переводческом аспекте, даже если мы пишем в Google «смешанное обучение», то они напишут hybrid или blended. То есть они дают как полные абсолютные синонимы. Но анализ тоже публикаций, исследующих данные термины, показывает, что blended learning – это преимущественно такая форма обучения, которая соединяет в себе и формальное, обычное, наше традиционное обучение, когда мы находимся в аудитории, но используем различные интернет-технологии, а hybrid learning – это такой вид обучения, когда используются все возможные виды обучения для оптимизации учебного процесса. То есть hybrid learning может быть все, и remote, и e-learning, и online learning, все. И еще очень интересно, что в русском языке тоже была небольшая путаница с удаленным и дистанционным. И чтобы не было путаницы, с 1 января 2021 года сделали абсолютными синонимами. То есть теперь и они абсолютные синонимы, уже все, есть документ. Все. И в заключение, так как доклад посвящен унифицированным терминам, хотелось бы процитировать Светлану Григорьевну Терминасову, что процесс глобализации является весьма противоречивым, но тормозится отсутствием глобального языка и сопротивлением национальных языков и культур. Замечательный и неожиданный парадокс.
перспектива глобализации и вторжения глобального языка и культуры заставила все народы встрепенуться, очнуться, осознать свою национальную самобытность, глубже оценить свою культуру и свой язык и начать о них заботиться. И как гласит один из трех законов философии, единство и борьба противоположностей. Чем больше мы унифицируем, тем больше публикаций об уникальном. Все, большое спасибо за ваше внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, Юлия Борисовна. Если есть какие-то вопросы, да, пожалуйста. Во-первых, хочу, конечно, сказать поздравления по поводу черной темы. Мы в прошлом году писали дипломную работу с Гульнаром и тоже копали вот... Уважаемые коллеги, звук пропал. Звук пропал. Микрофон включите, пожалуйста. Андреевна, давайте вы подойдете сюда и зададите вопрос еще раз. Еще раз ваш вопрос. Пожалуйста. Ну, можно не целиком, а частично. Я вот хотела бы уточнить функционирование терминологии образования в процессе вот, методики проведения занятий или оценка там, и так далее, и так далее. И как вот, центростремительная тенденция развития этого термина проходит, вот, изменяется семантика или вот, уточняется. Это мне просто интересно как преподавателю, поскольку мы всегда затрудняемся правильно выбрать этот термин. Спасибо большое. Очень интересный, Юлия Борисовна, доклад. Спасибо. Спасибо вам большое, Катерина Андреевна, за вопросы. По поводу выбора темы, большая благодарность Валентине Александровне, потому что мы когда работали над монографией, Валентина Александровна говорит, коронавирус, обратите внимание на цифровизацию образования и на термины. Поэтому благодаря Валентине Александровне получился доклад. Спасибо, молодец, очень хорошая. Спасибо. Редко выбираемая, честно, когда... Вот терминология, какую угодно там, и центростремительная сила, и кораблестроение, все что угодно, да, мы слушаем. А то, что касается нас ежедневно, вот это очень актуальная тема, она будет иметь дальнейшее развитие и значение для всех. Спасибо. Нас. Вот по поводу вашего первого вопроса. Да, мы, к сожалению, конкретно в этом исследовании не делали группы терминов, но я могу ответить на этот вопрос так, что если рассматривать абсолютно все термины образования, то их будет около 30 тысяч, если говорить о образовании, обучении биологии, и пойдут термины биологические, обучение математики, пойдут математические. Вот. Но в данном исследовании мы брали 5 категорий. Это должности, педагогические термины, связанные с методикой и технологиями преподавания. И разрешите мне дальше продолжить исследование и лучше изучить категории вот этих терминов. Но спасибо вам. В следующий раз мы пробуем сделать уже категории и по группам их разделять. Да, мы там делали и здания, да. Как и группы, и вот профессорский, преподавательский состав, как обозначаются. И там, ну, может быть, вы что-то даже из этой дипломной работы, Гульнар, поскольку она работает преподавателем в школе, и она, конечно, акцент на это делала. И тоже неплохую работу там она накопала. Спасибо. Вот возьмите, это наша научная работа наших студентов. Расширить немного, Там примеры, может быть, понадобятся. Ну, вот,
хорошие работы наших студентов, мы тоже должны ссылаться на них. Да? Да. Кстати, Гюльнар свою дипломную работу исследовала и основывала на работе Юльбориса Цверкова. Это была первая работа, на которой она опиралась, а затем она действительно расширила это на основе школьного своего опыта преподавания, наша выпускница, да, но она в свою очередь ссылалась на Юлию Борисовну. Да, ну, школы, там, наверняка что-нибудь, глядишь, какой-то новый примерчик, или, вот, потому что она тоже свой опыт, может быть, да. И особенно второй вопрос. Вы спросили по поводу того, как меняться и... Да, есть такие примеры у вас или нет? Ну, именно привести пример сейчас, наверное, будет сложно, но обратили внимание на то, что некоторые значения отметаются и опускаются, и остаются какие-то определенные значения. И чаще всего вот ЮНЕСКО очень любит приводить документ сразу. Вот сразу документ, где, в каком значении это использовано. Поэтому отметаются некоторые значения и приходит некоторая генерализация значения. Вот, такая. Конечно, если новый термин появляется, да, он модный, как COVID-19, да, каждый день они говорят, да. Потом немножечко уходит другое уже там название появляется, болезни, и немножечко уже не такая частотность этого термина. И она вот проходит такой этап функционирования, и в конце концов это уходит в словарь, допустим, какой-то, да, и уже какая-то трансформация значений происходит. Да, мы уже так. Поэтому спасибо вам. Спасибо большое. И представляем следующего спикера. Это Валентина Александровна Иконникова, декан факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Одинцовского филиала МГИМО, доцент, доктор филологических наук. Валентина Александровна. Спасибо большое, Юль Борисовна. Спасибо большое, уважаемые коллеги и слушатели. Спасибо большое, что вы с нами до конца этой секции остаетесь. И я сейчас постараюсь запустить презентацию, поделиться экраном. Удалось ли мне это сделать, коллеги? Видите ли? Да. Да, все хорошо. Коллеги, видно, да? Угу. Так, удается ли мне листать? Сейчас посмотрим. Все хорошо, листается, да? Отлично. И онлайн тоже видно, я надеюсь. Хорошо. А, коллеги, как вы видите, я постараюсь сейчас разместиться так, чтобы меня было видно и тем, кто онлайн, и те, кто в зале. Как вы видите, у меня название доклада такое провокационное на этот раз. Мигрирующая терминология, метафора и обрывалк или язык хайпа. Я очень думала долго, как же назвать свое исследование. И вот даже заставку я взяла такую в стиле, знаете, 1920-х годов кубизма, структурализма, конструктивизма в искусстве. И сегодня я буду ссылаться именно на язык и именно на культуру столетней давности. А почему именно так? Потому как и во всех учебниках мы читаем, что новейшее время – это последние ровно 100 лет. Что за последние 100 лет произошло столько изменений в обществе, в культуре и в языках, сколько не происходило за всю предыдущую известную нам, во всяком случае, по письменным источникам, историю человечества. Итак, о чем же я хотела бы сегодня поговорить? О неологизмах 20 и 21 веков. Я хотела бы поговорить именно на материале русского языка о заимствованиях из английского языка. Что же общее у этих неологизмов начала 20 века, 1920-х годов и 2020-х годов? Цель, новизна, безусловно, новизна. И вот сегодня, когда Вадим Витальевич Сдобников выступал на пленарном заседании, он говорил о том, что всем очень хочется каким-то новым словом что-нибудь назвать. И это стремление, безусловно, обостряется, скажем так, когда происходят значительные социальные изменения. Конечно же, я говорю, что аналогия условная, и слава богу, у нас сейчас не такие серьезные социальные потрясения, как 100 лет назад, и тем не менее, такая условная аналогия напрашивается. Почему? Потому что цель одна, но разный способ пополнения словарного фонда.
Как вы понимаете, наверное, уже догадались, язык Пайпа и оборвал главрыба профессор Преображенский. Если это 100 лет назад были ресурсы своего родного языка, и это совершенно понятно, почему это происходило, Петроград, не Санкт-Петербург, это еще последствия и Первой мировой войны, и, безусловно, социальных потрясений революционного характера, конечно же, средствами своего языка мы наш, мы новый мир построим, сократим аббревиации, Екатерина Андреевна, безусловно, здесь была на первом месте, и словосложение, причем в безумных, на наш взгляд, конечно, пропорциях, и не все, как мы знаем, прижилось в языке. С другой стороны, сейчас я не случайно говорила о языке хайпа. Как только мы попадаем на какое-то мероприятие, где нам хотят рассказать о чем-то новом, мы сразу слышим новый термин. Как правило, это транскрибированный термин, чаще не транслитерированный, транскрибированный английский либо термин, либо слово общелитературного языка. Причем это встречается повсеместно. Как, в каком пространстве? Как в пространстве городской структуры, городской среды. Мы заходим в метро, и на нас коворкинги, и чего только не происходит, чего мы только не читаем, просто погружаясь вот, в салон метро, метрополитена, мы видим огромное количество вот таких транскрибированных заимствований. И это и бизнес, и финансы, и образование, и все что угодно. Это терминологическая лекция, то есть это тенденция интеллектуализации языка по Владимиру Алексеевичу. И, безусловно, это, ну, с точки зрения Владимира Алексеевича, не будет, но вульгаризация, но это упрощение языка, поскольку язык функционирует сейчас максимально для широких слоев населения. Все имеют возможность. Двухлетний ребенок добрался до телефона, подключенного в соцсети, он уже опубликовал свое сообщение на весь мир. Несколько букв, которые он сумел, соответственно, записать. Я уже сказала о двух разных тенденциях способов образования, я не буду сейчас подробно зачитывать, я думаю, мы все их знаем, это морфология, семантика и синтаксический способ, ну и, безусловно, что касается заимствований, то можно их назвать и варваризмами, и оказионализмами, потому что их судьба на данном этапе нам неизвестна. Все венчуры, аутсорсеры и прочие элементы наполняют нашу жизнь, и совершенно верно, сегодня уже неоднократно было сказано, они имеют тенденцию очень быстро и удаляться из языка. Я тут позволила себе немножко похулиганить и разместить фотографии из фильма всем известного, да, когда два мира, две культуры, две языковые нормы встречаются друг с другом, и, естественно, тут могут встречаться и пюративы, да, то есть результат, о котором я сегодня буду говорить, результат таких новообразований, такой неологии, он не всегда однозначен, то есть хотим-то мы что, рассказать о чем-то новом, привлечь внимание, сказать, что у нас что-то новое, у нас не императорское ведомство по рыботорговле и рыбным лавкам, а у нас главрыба, то есть у нас что-то новое, а получается у нас пиоративная какая-то лексика, которая высмеивается в литературе. Ну вот я приведу один из примеров опять-таки здесь, и поговорим о причинах появления таких неологизмов более подробно. Но, с одной стороны, да, это язык престижа. То есть это не заполнение лакун очень часто, а просто мы это назовем каким-то престижным языком, каким-то модным словом. То есть язык моды. А с другой стороны, со мной даже студенты как-то поспорили, но, во-первых, они сказали, что хайп – это уже не модно, и сейчас там как раз лакуна. И Валентин Станов мне сказали, не знаю, насколько это правда, не помню, какой курс мне сказал, сейчас так уже не говорят, это не круто, а сейчас никак не говорят, скоро мы придумаем новое наименование. Ну вот что я теперь знаю. А когда я сказала про Робин Гуда и худи, ну если вы видите тут на слайде я картинку привожу, тут, в общем, цена такая, в общем, такая смелая цена, хорошая цена такая вот этого предмета одежды указано, то есть капюшоном или толстовкой это как-то вообще нехорошо назвать, вот этот предмет одежды, поскольку это трендовая, брендовая, модная одежда. И, конечно, это худи, никакой не Робин Гуд, хотя источник один и тот же, это худи, это капюшон, но его переводят как Робин Гуд, потому что на русском языке более звучно, конечно, что он хороший, и, вероятно, народная этимология припишет именно такую трактовку на английском языке, не вдаваясь в подробности. И что мне сказали студенты, я с ними согласилась, что это спецификация значения, да, это не просто вот какой-то капюшон, а это именно вот такой покрой, вот такой стиль одежды молодежи и так далее. То есть это уточнение, еще одна причина, не просто
потому что мы хотим выглядеть модно, а еще и мы хотим уточнить. И это происходит уже в специальной лексике, в выпуске кройки и шитья. Я понимаю, что это не терминология, но тем не менее. С одной стороны, это в результате звучит броско, мощно, интригует, завораживает. Как Юлия Борисовна на днях сказала, манит, мне понравилось. Да, мы обсуждали тоже вот эту ситуацию. Но с другой стороны, это тут же может вызывать и обратный эффект, и вызывает это обратный эффект, как мы знаем. Это вызывает и отторжение, и неприятие, и неизвестно, какая судьба у таких специальных единиц, и тем не менее за ними очень интересно понаблюдать. Сейчас я приведу некоторые примеры. Смотрите, ну, насчет транслитерации, мы все слышим, и про таргетинг, я не буду каждый сейчас комментировать, но тем не менее, хеджирование рисков, бенчмарк, гринфилд, я и то, и другое видела, и браунфилд образование, это проект 5100, очень хороший, известный проект, несколько лет назад проходил. И модераторы, бог с ними, и с аниматорами, так еще и фасилитаторы есть, и это отдельная специальная терминология, очень важно, ну, профессиональный контент, я вообще молчу. Что касается семантических сдвигов, это тоже очень мощно, броско звучит, а это вообще из последних проектов, в том числе и МГИМО, и звучит действительно красиво. Педагогический ландшафт. Ландшафт, мы привыкли, что это пейзаж, никакой не пейзаж, мы семантический сдвиг используем, получается, ну, эффект неожиданности, получается эффект новизны. Точно так же образовательный дизайн, мы привыкли, дизайн это как раз худи или что-то из области кройки, шитья или моды, ничего подобного, используется семантика англоязычная, а в англоязычном варианте дизайн может быть чего угодно, или, потому что там совершенно другая широкая семантика, вот по слову. Ну и насчет шерпа российского туризма, когда впервые услышала это, кстати, в проекте «Приоритет 2030», я вообще поняла, что я ничего не знаю, хотя я работаю в МГИМО. Я сейчас не буду приводить пример, вот видите, тут только, ну, наверное, всем это известно, на всякий случай прокомментирую, видите, тут в горы поднимаются альпинисты, шерпа вы же, наверное, знаете, что это определенный этнос, люди, которые проживают у подножия Гималаев и даже на верхних ярусах этой горы, и они туда являются проводниками, причем у них там адаптированная иммунная система, они прекрасно живут там, где не могут пройти люди необученные и вообще другого этноса. Так вот, шерпа, этот термин использовался в качестве тех лиц, которые официально готовят саммит для первых лиц государства Большой Восьмерки, там, подсадки и так далее. То есть шерпа туризма – это проводник туризма для первых лиц. И вот такая семантическая трансформация вызывает, естественно, неподдельный интерес. То есть, смотрите, почему у меня называется доклад «Мигрирующая терминология». То есть сначала это этнос, потом это термин альпинизма, а затем это термин дипломатии большой политики, а затем семантический сдвиг, и это становится предтермином, вероятно, образовательного процесса. То есть вот миграция терминологии происходит, причем как из терминологии в общелитературную лексику, так и обратно, и это происходит стремительно, и очень трудно отследить вот эти процессы. Такой лексики очень много, и отрадно, что сегодня уже что-то из этого звучало. Опять-таки, это не реклама нового объекта, но так вышло, что я сегодня про ГС-2 тоже собиралась говорить. Тут у меня очень много размышлений, и, кстати, в том числе и галерея «Телеграф». Вы знаете, сегодня ехала по Одинцово и увидела, что этот мой пример уже тоже отжил свое, и если 2 недели назад эта вывеска еще там была, то сейчас ее уже нет. Тем не менее, в Одинцово есть такой объект, торгово-развлекательный центр, который несколько месяцев, во всяком случае, назывался «Галерея Телеграф». Я каждое утро, когда мимо приезжала, размышляла над тем, что там нет ни галереи, в том смысле, что там картины, ни телеграфа, но это торговый центр, который назван галереей, и это тоже семантический сдвиг, это красиво просто. И раньше когда-то там, вероятно, был телеграф, и сохранена эта история данного здания, отреставрированная, семантики этого названия. Самое смешное, 2 недели это уже не актуально. Эту вывеску сняли, там какая-то теперь букмекерская контора. А что касается ГС-2, то это был промышленный объект, это тренд по всему миру сейчас происходит. Если раньше, там, лет 15 назад, гараж, винзавод и так далее были трендовыми объектами в Москве, когда там не было никакого ни гаража, ни, естественно, промышленности, никакого там виноделия,
а это было пространство культуры, то вот с декабря это ГЭС-2, о котором сегодня уже говорим на пленарном заседании. Действительно очень интересный объект, который мне в том числе удалось посетить. Так вот про ГЭС-2. Ну, я когда читала их объяснение и трактовку своей концепции, ну я пережила все, воркшопы, перформансы и все остальное пережила, но вот партиципаторные проекты с точки зрения русского языка вызвали мой восторг. Поэтому я отметила шестью звездочками со всех сторон. Это, конечно же, варварину с точки зрения ассимиляции и фонетики русского языка. Партиципаторные, это прекрасно, проекты, participation program, programs and projects. И, естественно, у них разная степень новизны и заимствования, и ассимиляции у этих всех единиц. Но опять-таки, вот самое смешно было, вот, ну, азбука вкуса, вы это все можете, конечно, посмотреть, я не буду на этом останавливаться, азбука – это не алфавит, а это совершенно другое значение здесь. А вот кофе-раф, было мне очень весело, когда я в поисковике задала просто «раф», и первое, что мне предложило, это вот рафик, раф 200 что-то, да, модель, картинку, когда я «раф», то есть поисковик, он не понял, что это за кофе. А когда я уже попросила спецификацию, тогда вот мне показали, сколько молока, какао, капучино, сколько шоколада и так далее, и так далее. Ну, тоже буквально, мне кажется, несколько лет, ну, там, 5-7, трудно отследить, когда частотность стала вот именно конкретного напитка, этой единицы в русском языке, стала довольно высокой и заметной. А вот на термины «бенчмарк» я, пожалуй, остановлюсь и буду на этом завершать. Опять-таки было мероприятие в МГИМО по поводу приоритета 2030, и там была Алексеевна, Дарья Дмитриевна на этом присутствовали, и все было понятно в этой программе. Единственное, что было непонятно, это бенчмарк российского образования. Естественно, мы сразу бросились смотреть, пошли на эту секцию, и эффект был достигнут, и цель была тоже достигнута у организаторов, потому что мы пошли именно туда, мы прочитали про бенчмарк больше, чем про все остальное, с одной стороны. С другой стороны, что же это оказалось? Я вот привожу мелким шрифтом. Это мигрирующая терминология, если позволите мне метафорически ее так назвать. Почему? Потому что изначально это оказывается термин метеорологии и наблюдения за приливами. То есть это в прямом смысле слова отметка, но не на скамье, а на неком постоянном объекте, каменном, да, на какой-то стеле. Вот как в Петербурге мы привыкли видеть, да, наводнение такого года, да. Изначально это термин вот таких технических наблюдений за приливами, отливами морских, там, речных и так далее. Затем в англоязычной терминологии он заимствуется в финансовую терминологию и является, не буду цитировать длинное название, длинную дефиницию, является эталоном в финансовом секторе. И затем заимствуется эта единица и в русский язык, и в терминологию образования. Вместо того, чтобы сказать эталон, образец российского образования, написано бенчмарк российского образования. Броско привлекает внимание, вот такой эффект. Ну, оправданность этого сейчас трудно оценить, и тем не менее интересный очень термин. Вот смотрите, если мы картинки запросим в поисковике, то там будет миллион всяких схем картинок, и это все будет связано с финансами. Бенчмаркинговый анализ – это прекрасно с точки зрения фонетики русского языка. И тем не менее, их примерно миллион. Их примерно миллион – это все финансовая сфера. Это все финансовая сфера. Вот мы можем посмотреть по разным совершенно словарям, и в Cambridge Dictionary, и в других словарях, Merriam-Webster Dictionary. Вот topographic surveys and tidal observations. То, что я говорила в самом начале. Топография и наблюдение за приливами. Это изначально и родной источник этого словообразования. Да? Ну, бенчмарк, отметка на скамье. Да? Вот такая длительная история. Причем она длительная и молниеносная. Это все за несколько лет. Вот эти вот скачки по терминологиям в английском языке и переход в другой язык. Ну, вот я уже об этом говорила. Ну, и насчет хайпа мы уже говорили с Дарьей Дмитриевной. Да? Я помню, когда Дарья Дмитриевна писала свою выпускную работу в бакалавриате, она очень удивилась. Нет, хайп – это само слово, это такое слово. Вообще нет никакой этимологии, науке это неизвестно. Кстати, самое удивительное, что действительно многим словарям это неизвестно, но я, по-моему, здесь привожу, да, этимон
line.com, и он приводит как раз этот пример, что это всего лишь на свой вербал, это преувеличение. Да? Сейчас семантический сдвиг произошел, это не просто преувеличение, а разное всякое преувеличение, связанное с манипулированием сознанием, с речевым воздействием и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это опять-таки миграция этих единиц из языка в язык, из терминологии в общелитературный язык и обратно. Итак, выводы. Ну, во-первых, надо сказать о целях такой номинации. Это новые или переосмысленные реалии. Ну вот их судьба, опять-таки, неизвестна. Вспомним MP3-плеер, который 15 лет назад вдруг стал неологизмом. MP3-плееры прекрасно отжили свое за лет там за 7, да, 10. Все, такой единицы нет. И вот этой сложной аббревиатуры там с цифрами и так далее. И, ну нет, она, ну, она есть, где-то зафиксирована, как, не знаю, историзм, что ли. Технически, она ушла из языка, да, способы такого образования могут быть очень разными, от собственных форм родного языка, от собственных способов до заимствования, и результаты очень противоречивые, о чем я уже и говорила. И единственное, на чем еще нужно акцентировать внимание, это на перспективах такой терминологии для любого языка. Какой процент этих неологизмов заимствований приживется и сохранится ли синоним, в частности, на материале данного исследования такой, как эталон для бенчмарк. С другой стороны, эталон, вероятно, тоже когда-то был заимствован. Спасибо большое за внимание, и я буду рада, если есть вопросы или мы обсудим какие-то моменты, связанные с докладом. Да, ну, я слышала была, коллега, у меня есть благодарность за освещение интересной темы, поскольку мне это ужасно всегда интересно. Но я хочу вас порадовать тоже одной фразочкой, которая вас порадует. И задали вы же нам такую фефера. Фефера. Что такое фефера? Не скажу, не знаю. А оказывается, что это вот издание, это международное, белорусский и Рига, издается. И фефера – это вот задали вы же нам вот что-то такое, видите, шутливый термин, удивить кого-то, совершив что-то необычное. То есть это очень хорошая такая фраза, которая тоже уже входит. Но мне интересно, есть ли у вас такой среднестатистический, допустим, подсчет, сколько же живет этот термин в языке, чтобы потом он уже выходит из термина. Ну вот Вера Заботкина называет цифру 20 лет. Я думаю, что она все-таки более мобильная, более центростремительная эта цифра. Она может быть, вот вы приводили пример, где уже через 2 недели не актуально, да? То есть вот такие наблюдения вы ставили в своем материале? Спасибо большое, Екатерина Андреевна. Я пытаюсь еще так в кадр. Фефера. Фефера, здорово. Екатерина Андреевна, спасибо большое за вопрос. Я думаю, что здесь нужно расклассифицировать очень детально эту терминологию, эту лексику. Я говорила, что в данном исследовании, вот в конкретном докладе, обзор очень широкий, от городской среды, от коворкинга, да, до конкретной терминологии. И мне кажется, здесь очень точно и четко нужно разграничить эти единицы. Но если это техника, ну, вот она будет жить столько, сколько функционирует, столько, сколько компании тратят на такую модель телефона, пока телефон не вытеснил MP3-плеер. Да, вот, да, лазер, какая-то аббревиатура, как бы уже непонятна и неизвестна, а это, в общем, понятно, вошло и закрепилось, и уже там нейлон, лазер, мазер, все это аббревиатуры, которые вот, обогатили язык. И с точки зрения городской среды, это тоже вот мода определяется именно социальными изменениями. И, видимо, это же и повлияет на решение о том, какие из этих единиц приживутся, и, может быть, они останутся в языке, но опять-таки поменяется их значение и семантика. Предсказать очень сложно насчет там 20 лет и так далее, и так далее. Очень сложно предсказать, особенно вот, например, та терминология, о которой говорила Юлия Борисовна. Если 2 года назад на этой же самой конференции у нас был единственный телемост в скайпе с профессором из университета Джорджии, это было просто ноу-хау, и там присутствовали вот наши сегодняшние гости из Британии, и из Италии, из Финляндии, и из Венгрии, и для всех это был какой-то прорыв, что вот единственный человек в скайпе,
через 3 недели после этого мы все сидели уже в конференциях. Вот предсказать очень сложно. И сейчас у нас такая ситуация, но что-то меняется по ходу сегодняшнего заседания, мы можем использовать эти технологии. Но больше из разговорного языка попадают в терминологию или нет, в ваше наблюдение? Или, может быть, сразу в терминологии, а потом адаптируется вот общеизвестный язык? Мне кажется, тут, я думаю, что вы правы, в первую очередь термин это слово, и я думаю, что редко такое бывает, что, ну, я сейчас цифры не назову, чтобы такое явление, как палатальный умлаут, да, был сформирован такой термин, который, ну, не живет он вне рамок древнеанглийской фонетики, древнегерманской фонетики. Ну, это понятно, что это термин, но он сформирован исключительно как термин. И шансы такой единицы стать детерминологизированной крайне низки. Ну, разве что студенты начнут использовать его как в качестве какого-то слангизма, им понятно. Да, они как-то водоворот такой делают. А насчет бенчмарк, есть вероятность, что нет в общелитературном и не было в общелитературном языке такого слова. И в целях именно наблюдения за прививами был сразу сформирован как термин. Эта единица была сформирована как термин. Но она же формировалась на материале естественного языка. И поскольку это не какой-то латинский корень, как палатальный умлаут, скажем, то такому термину очень легко перейти в другие терминологии и детерминологизировать. На основе метафорической номинации, переноса номинации по метафорическому принципу. И бесконечно можно ей заниматься, поскольку каждый новый этап дает нам новую лексику. Или это неологизм, или это варваризм, или там потом мы начинаем распределять по схемам. Там, да, а вначале появляется какое-то слово, мы не будем. Конечно. Спасибо большое, спасибо, коллеги. Есть ли какие-то вопросы онлайн, может быть, или в чате? Я пока еще не посмотрела. Валентина Александровна, если можно, у меня не вопрос, а дополнение. Да, конечно. Да. Ольга Владимировна, да? Пожалуйста. Да, Оксана. У меня насчет галереи. Удивительно, что вообще это только первый раз увидели. В Германии очень много центров называются галереями. Так что, возможно, это, может быть, перенос случился вот из-за того, что там так. Кроме того, я могу напомнить галерею Лафайет, известную сеть универмагов. Она вообще основана в конце 19 века. Поэтому, возможно, вот номинация поэтому. Да, не... Оксана Владимировна, спасибо большое. Я, может быть, оговорилась или не точно сказала, я впервые увидела, что вывеску уже сняли, конкретную вывеску, о которой я говорила. То есть вот ее, во-первых, повесили, галерея «Телеграф», да, это именно реалии вот МГИМО Одинцова и окружающей среды, буквально в районе ближайших кварталов. Меня заинтересовало, что именно галерея «Телеграф», ни то, ни другое не соотносится с тем, что происходило в данном торгово-развлекательном центре. Конечно, безусловно, так же, как и «Азбука вкуса» и много других примеров, это не новый пример, что вот именно только в Одинцово галереей называется не выставка картин, а торгово-развлекательный центр или действительно сеть универмагов и так далее. Так далее. Спасибо большое за это дополнение. Но я, наверное, не совсем четко сказала. Речь шла о том, что 2 недели назад уже эта вывеска исчезла. Вот просто я к тому говорила, приводила этот пример, насколько быстротечны эти явления в бизнесе, в том числе, которые диктуют эти изменения. Спасибо большое, Оксана. Да, можно, поскольку мы вот рассматриваем проблему терминологии, вот я держу в руках очень интересную работу, которая выполнена, она называется лексикографические студии лаборатории аспектной лексикографии. Это 3-й выпуск, значит, занимается Белоруссия, Белорусский университет, Санкт-Петербург и Рига. Вот 3-й выпуск. И нам кажется, что мы здесь, я думаю, то, что сегодня вы докладывали, это все ложится на тему этого сборника международного. Мы-то думаем, что про нас тоже не знают. Мне подарили и прислали вам еще вот эти вещи, и я тут и про себя любимую тоже нашла
то, что люди здесь про нас знают. Поэтому, кто занимается терминологией, и это очень хороший сборник высокого статуса, предлагаю, вот здесь вот печататься. И вот, Валентин, сам я положила там, вот это то, что когда мне прислали, я еле донесла 5 килограммов этой книги. Видите, сборник там, он отметил даже, где меня цитируют там, где нас славят. Вот. И смотрите, какие сборники уже делают наши терминологические вещи. Вот, Валентин Александрович, покажите, там вот я положила на стол. Вот. Это тоже нам всем, кто занимается терминологическими проблемами, все нас отслеживают и учитывают нашу работу. Спасибо большое, Екатерина Андреевна. Спасибо вам большое. Это материал шикарный. Я думаю, что они будут счастливы напечатать. А что касается сборника нашей конференции, то он, безусловно, будет собран. И, как вы помните, до 24 числа мы продлили прием заявок. Но это в крайних случаях по тем обстоятельствам, которые были обозначены в письмах нашему организационному комитету. И 25 февраля разошлем реквизит. Я вижу, еще есть вопрос. Игорь Станиславович Кудашев. Правильно, Игорь Станиславович? Все правильно. Добрый день. Я рад вас приветствовать всех коллег. Я, к сожалению, не сначала слушал, у меня был доклад в другой секции, но потом присоединился и послушал. Большое спасибо за очень интересные доклады, в том числе за последний. У меня такой вопрос, особенно вот был пример насчет парципационного там проекта и так далее. Вот когда с такими примерами уже сталкиваешься, возникает вопрос, это было сделано сознательно или это переводчик поленился подумать? Вот, то есть это вот буквальное заимствование, потому что, ну, просто, ну и ладно. Вот, тем более, что и звучать будет заодно модно и интригующе. Вот, какова доля, как вы думаете, просто чисто человеческой лени, переводческой лени в такой типа номинации? Потому что так импликация была, что все это делается не специально, вот, но у меня есть подозрение, что некоторый процент, по крайней мере, делается просто из-за обычной человеческой лени. Как вы к этому относитесь? Спасибо, Игорь Станиславович. Вот, конечно, да, этот вопрос возникает иногда. Есть такие моменты, но вот как сегодня приводила пример один из спикеров, да, когда Normal University, переводчик берет, приводит, да, нормальный университет, просто потому что не знает, ну, participation, есть, конечно, сомнение, что переводчик не знает, что такое participation project или там какие-то моменты. Знаете, насчет вот этого нового культурного пространства, конкретно раз мы говорим опять про ГЭС-2, там очень многое вообще только на английском. То есть вот меню вообще на русском отсутствует. Ну вот как будто не в Москве находишься. Там очень многие вещи написаны вообще исключительно на английском. А то, что переведено, оно переведено, вот вообще адресат, вообще, с одной стороны, они пишут про массовую культуру, вы заходите все, это бесплатно, кстати, да, а с другой стороны, во-первых, я была там представителем, я так сказала, старшего поколения, то есть вот 50+, я вообще не видела, 2-3 человека, я серьезно, ну вот так получилось, может быть, я там так вот попала. Там были молодые очень люди, и очень многие вообще тексты целиком про Санта-Барбару, там вообще все было на английском написано, там шел проект, они снимали прямо там в студии Санта-Барбару. Это было довольно забавно для меня, потому что для 20-летних людей, наверное, Санта-Барбара ни о чем не говорит. Вы же не смотрели сериал «Санта-Барбара», правда же? Они не смотрели «Санта-Барбару», а они могут это прочитать на английском, но для них это ничего не говорит. Те, для кого сериал «Санта-Барбара» в 92-м году в Советском Союзе говорит о многом, да, это заставка, 10 часов вечера шла, и там Мейсон Кэмпбелл, и почему родители детей отдают на юридические факультеты до сих пор, в том числе иногда, потому что все хотят, чтобы они были все как Мейсон Кэмпбелл. А они вряд ли все прочитают то, что там написано. То есть там меню не смогли прочитать официанты. Вот даже такое случилось буквально в начале января. Я понимаю, сколько месяцев они работали. Но, тем не менее, я думаю, что здесь элемент сознательности очень высок. То есть там вот все такое вот очень-очень западное. Это очень интересно, это очень интригует. И это вызывает массу эмоций, позитивных и негативных. А вы же знаете, я же не случайно назвала это языком хайпа. Хайп – это не обязательно только хорошие вот эти круги по воде и положительные. Если много говорят и даже о плохом, вот смотрите, сколько мы о них сегодня говорим, и нам это не нравится, нравится, но тем не менее, это же реклама, и это работает, понимаете? То есть, да, я согласна, такой вот процент, он возможен, где переводчик просто не знает, что надо поискать,
да, какой-то вариант, и вообще, наверное, это сложно, наверное, найти, да, вот то, что там, когда ты заходишь в комнату, там темно, какие-то объекты возникают, телевизоры там выключаются и включаются, и ты внутри телевизора оказываешься, ну, какие-то такие вещи. И вот придумали новую номинацию, я думаю, что здесь все-таки элемент сознательности есть, ну, хотя... Кто знает, вдруг переводчик был ленив. Спасибо, Игорь Станиславович. Спасибо. Спасибо большое, дорогие коллеги. У нас с таймингом все идеально. Прям вот даже профессор Сеттер была бы довольна. Она очень переживала сегодня из-за тайминга во всех чатах. У нас прямо все идеально. В 16:30 мы с вами завершаем. Я благодарю всех, кто к нам подключился онлайн. Нас было до 18 человек на разных этапах. И в аудитории примерно столько же, то есть так больше 30 человек участвовало сегодня в секции терминологии и знания. А завтра секция продолжит свою работу с Ксенией Александровной Лагуновой и сопредседателем. Попова Елена Павловна приносит свои извинения. Она завтра попросила предоставить ей слово, она выступит. Сегодня мы не смогли ее послушать, там какие-то накладки, но есть в этом плюс, что у нас онлайн, мы можем какие-то изменения оперативно внести, перенести доклад. Коллеги, всем большое спасибо. Мы со всеми сейчас прощаемся. И через полчаса по этой же ссылке, в этой же аудитории, проверьте, пожалуйста, по программе, начнется второе пленарное заседание, на котором сегодня выступят также очень интересные спикеры, которых мы всех вас приглашаем поприсутствовать на этих докладах. Это создатель и руководитель школы дидактики перевода Гавриленко Наталья Николаевна, она из Испании к нам собирается подключиться, Эпштейн Михаил Наумович подключится из Атланты, США, и Окунев Игорь Юрьевич, МГИМО, МИД России, директор Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований МГИМО, расскажет о языке географических карт. Подключайтесь к нам, будет интересно. Хайп мы, наверное, не обещаем, но обещаем, что постараемся, чтобы вам было интересно и дискуссия была плодотворной. Спасибо большое, у нас перерыв.